Сегодня будем готовить утеночка для новогоднего стола. Смотрите, народ, что нам понадобится. Очень супер хороший рецепт. И быстро все получится. Сделаем маринад. Для этого нам понадобится 8 зубчиков чеснока. Соевый соус 4 столовые ложки. Горчица где-то 3 столовые ложки. Мед 4 столовые ложки. Паприка 2 столовые ложки. Мускатный орех 2 столовые ложки, где-то полтора. И соль там, ложка где-то. Перемешиваем. Нам понадобится 4 кислых яблок. Режем. Вот, ребят, получилось так. Мажем тушку маринадом. Сделаем, короче, массаж. Массаж жиром хороший. Переворачиваем тушку. Маринуем спинку везде. Внутрь закладываем яблоки. Вот, ребята, все. Закрываем зубочистками. Получается так, чтобы там яблоко не вывалилось. Вот, ребят, все готово. Сделаем так, чтобы пакет не разорвался. 3-4. Отправляем в духовку 200 градусов на 2 часа. Вот, ребят, прошло 2 часа. Открываем пакет. Яблоко не выскочился, да? Вот смотрите. Шкардос. Ставим еще на духовку в таком форме. На 15 минут. Вот, ребята, готово. Получилось супер. Ребята, все готово. Сейчас попробую отломить. Бля, вид как, ребят. Смотрите. Супер. Вот. Советую всем это попробовать. С этим рецептом. Вкусно получится.